Переходим к событиям в России. С сегодняшнего дня повышается размер федеральных социальных выплат, то есть всех пособий, в том числе и детских. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации. В Министерстве труда и занятости рассчитывают, что это увеличение на 7% поможет частично стабилизировать уровень доходов населения. Кроме прочего, будут проиндексированы и пенсии, как страховые, так и по государственному обеспечению. Они прибавят по 4%. Таким образом, размер страховой пенсии по старости составит не менее 13 тысяч рублей. В Пенсионном фонде отметили, что в нынешнем году, как и раньше, в России не будет пенсионеров, чей ежемесячный доход ниже регионального прожиточного минимума. Во втором полугодии ожидается еще одна индексация.